Как мы уже сообщали ранее, вследствие шокирующих морских катастроф и исключительно тяжелых условий труда в Черном море, Международная федерация транспортников IATF признала Черное море одним из самых неблагополучных мест для работы моряков. Уже сегодня во всех крупных портах Черного моря стартовала неделя действий, организованная IATF совместно с ее членскими профсоюзами из Украины, России, Грузии, Болгарии, Румынии и Турции. Неделя действий проходит в рамках Черноморского регионального проекта, целью которого является снижение и уничтожение субстандартного судоходства в регионе. Сегодня, 6 июля, начинается неделя действий в рамках Черноморского проекта Международной федерации транспортников. Это ежегодное мероприятие, которое мы проводим совместно с нашими коллегами из черноморских профсоюзов. Мы посещаем суда, мы встречаемся с экипажами, мы рассказываем морякам о тех проблемах, с которыми им, возможно, придется столкнуться на Черном море, так как субстандартное судоходство до сих пор имеет место быть, существует. Работники инспектората МФТ, а также инспектора нашего профсоюза сегодня посещают пароходы в Одесском порту. Также проводятся встречи с моряками в Мариупольском порту и во всех портах Украины. Акция прошла в 29 портах Черноморского бассейна, и в ней приняли участие аффилированные IATF-профсоюзы из 7 стран – Болгарии, Грузии, Израиля, Румынии, России, Турции и, конечно же, Украины. Всего информационная работа была проведена с более чем 3000 моряков. Как и предыдущие два года, наибольшее количество судов посетила команда профсоюза работников морского транспорта Украины. 62 судна в 11 портах Украины. Стоит отметить, что средний возраст судов, курсирующих в регионе, составляет 22 года. Конечно, такое возрастное судно не может конкурировать с более современными и модернизированными судами, поэтому суда и переводятся в Черноморский регион, где ниже расходы как на обслуживание, так и на содержание команды. Этот проект очень важен именно информационно, потому что украинские моряки, не только украинские моряки, все моряки, которые работают в нашем Черноморском регионе, для них принципиально важно знать и понимать, откуда им можно ждать помощи. Профсоюз работников морского транспорта Украины, наши коллеги из других профсоюзов Румынии, Болгарии и других стран Черноморского региона, мы все даем им возможность понять, что только обратившись в профсоюз, членскую организацию МФТ, они могут получить квалифицированную помощь, они могут получить совет, они могут получить ту информацию, которая им необходима, как они могут защитить себя и какие нужно предпринимать меры для того, чтобы не попасть в неприятности. Огромную помощь в проведении кампании оказали председатели и активисты первичных профсоюзных организаций ПРМТУ в портах по всей Украине. Напомним, что неделя действий проводится в рамках Черноморского регионального проекта, который направлен на уничтожение субстандартного судоходства, то есть такого, которое ниже минимальных стандартов, которое широко распространено в Черноморском бассейне.